bekasi ham bo'lib qolgan ekan. Qo'shning kalitni berib, uyga kirgizib qo'ydi. Biz hech narsaga tekkanimiz yo'q. Bor narsani shkafga solib qo'ydik. Yo Alloh. Yo Alloh. Kim zarracha yaxshilik qilgan bo'lsa, ko'radi. Kim zarracha yomonlik qilgan bo'lsa, u ham ko'radi. Ey Xudo, Xudo xohlaganda yer millatda. Mana shunda alamon. Qurablar kelib nima deydi degin? Narsalariga borib qo'ydi. Voy. Endi nima qilamiz? Pulimiz yo'q. Hattoki narsalarimiz ham yo'q. Pulimiz yo'q. Poyiz ham ketib bor. Shurimiz qursini, shurli ekanmiz ey. Hech boshimiz balodan chiqmadi, chiqmadi. Qaytib ketishga pulimiz yo'q. Hatto kino olishga pulimiz yo'q. Shurimiz qursin, shurli ekanmiz ey. Hech boshimiz balodan chiqmadi, chiqmadi. O'zimga yig'lama, yig'lama deyman. Oyog'im chalishib ketyapti, chalishib ketyapti. Yo Alloh, o'zimga yig'lama, yig'lama deyman. Ey Alloh, oyog'im chalishib ketyapti. O'zimga nimaga yuragim qilyapti deyman. O'lim ham bir uydan boshqa uyga ko'chdi. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Namoz shom shohid bo'lsin. Tunam shohid bo'lsin. Butun mavjudot ming afsus. Hayb bergan sutim. Yig'lama, yig'lama deyman. Deymanki, ajalim yetganda meni ham olib chiqdi. Afsus, afsus bu dunyo, bevafo deb qo'ydiman. Thank you.
ایلاب کاغذان اشتنم بارسن کسنم بشتن وای اونو رسم نیم کردن چی؟ این صورت دیدن چه حالی گشن؟ یکن صورت لر کارا قیتن چی کتر مقا صورت لر کارا کنه چی وزه بود؟ مادن قیتن کاغذ بود قیتن کاغذ بود من اونو قرایم این صورت لر کارا چکی نگی نچی را آم بازم که بودم هم مایلی من؟ مایلی؟ من گیم برسیم بولادی؟ که کرکنه بیو بازم که آلمان دو بولادی؟ مایلی مایلی اکل همز گیه تا اورادی من هم که اگه سرنا آلوب دیچه اورام البته ای Как зовут тебя? Сережа. Нет дома. Ах, как жаль. Прощай, дитя. А может быть, есть кто-нибудь еще? Другие? Никого, никого нет. Я не могу открыть дверь. Мальчик, эй, мальчик, я так хотела увидеться, Вера Ивановна. Мама не вернется никогда, она умерла, никого, никого нет. Я не могу открыть дверь давно. Она умерла, она не вернется никогда. Это я.
Возможно, она вернулась. Ну, входи же, входи. Я рада. Наравне с землей, водой, воздухом, огнем. Деньги – следующая стихия, которую следует помнить. Эти люди воровали электричество, случилось замыкание. Вышел пожар, сгорел комод. В комоде были фотографии, письма и еще что-то. Не знаю. Очень хороший был комод. Он стоял у вас в окна. Здесь был настоящий пожар. Все сгорело. Все. Все сгорело. Узнаешь? Это был твой комод. То есть это был ваш комод. Ну, просто так получилось, когда Марсан скончалась, она этот комод в завещании оставила мне. Это очень... очень хороший комод. В верхней его части мы хранили провиант. Мы его поделили с соседкой. Она хранила в своем ящике картошку, а я курагу. Что было в нижней половине? Очень был удобный комод. Потому что ты, когда входишь в кухню, то слева под рукой такой удобный ящик. Да, комод сгорел, я поняла. А потом вышел пожар. Комод сгорел, и все, что было в нем, сгорело. Но что было в нижнем ящике? Я вам отвечу. В другой половине комода находились письма, документы, фотографии Марьи Александровны, вашей матушки. Я уже слышала, что вы воровали электричество, что вышел пожар. Позвольте, да почему таким тоном? Видишь ли, когда Марья Александровна скончалась, то в завещании было сказано, что весь этот комод со всем его содержимым она передает нам. И в случае, если бы ты бы вернулась, то мы должны были... И она завещала их нам. И в случае, если бы вы вернулись, то... Комод сгорел. И все, что в нем было, сгорело. Да, я знаю. Да подождите, почему таким тоном? Ты загорелся провод, мы вам рассказывали. Огонь дошел до комода. Комод был ветхий, он вспыхнул. И когда нас не было дома, там мы вставляли жучок. Мы делали это с помощью нашего соседа, Василия Васильевича. Мы просили его, он вставлял, он это умеет. И мы, как вы выразились, воровали у государства электроэнергию. Я? Видите ли, ровно за год до смерти вашей матушки мы передали ей пакет денег, завернутый в газету, 1000 рублей. А сосед наш, он это умеет, он и вставлял жучок. И мы, как вы выразились, воровали электроэнергию у государства. И мы вынуждены были это делать, потому что мы... Да. Как вы не знаете всех обстоятельств? Это был очень удобный комод. Что? Мы сверху... Зачем? Поделили его пополам. Вынуждены это были делать, так как мы были разорены. В одной половине Верочка держала картофель. У нас... И без того ограниченный бюджет. Мы были вынуждены воровать это. Да. Это был очень удобный комод. Вот она тоже знает про это. Матушка внезапно умирает и оставляет нам наследство. Ваш комод с архивом. Но денег мы в нем не находим. Как это понимать? Как быть? И вообще, вам не кажется, что вы должны нам эти деньги? Да, пусть не знает правду. Прекрати. Я тебя прошу, прекрати. Девушка пришла домой. Вынула верхний ключ открыть дверь. Она всегда закрывала на верхний ключ. Но в этот раз она закрыла на нижний и вспомнила, что она закрыла на нижний.
И тогда ей в голову пришла тончайшая мысль. Тончайшая. Может быть, она застанет врасплох того, кто. Тот же, думая, что она не спохватится, думая, что она откроет верхним ключом дверь, сделал так, чтобы эта дверь была закрыта на верхний ключ. Но тогда она, думая открыть верхним ключом дверь, могла вдруг вспомнить, что она закрыла на нижний. И тогда тот, кто есть, мог бы обнаружиться, и было бы ясно, что он есть и что он действует. Но это была бы явная ошибка. А он бы явно не допустил. Но ведь что-то же осталось от моей матери. Пододеяльники. Две наволочки. Одно полотенце. Портьера. А вот еще снимок. Еще полотенце. Затемнений нет. Немедленно. Отдай. Сейчас же отдай гребешок. Немедленно верни гребень. Вот все, что осталось от Марисяны. Вот из настоящего рога. Из будущего рога нашего Александра Васильевича. Что? Thank you.
Направо. Вы прошли мимо. Ободранная дверь направо. Тяните на себя. Сильнее. Я благодарю вас за зуб. Мы сами не могли вырвать его, и, наконец, вы. Все вышло прекрасно. К нам ведь никто не заходит. О, простите, я не знала. Я не хотела. Простите, а вы кто? Перед вами баба Соня. Пожмите ей руку, и она ответит поклоном. Это все, что она может. Понимаете ли, она теперь ребенок. Я повзрослела, а она... Диффузия произошла. Диффузия. Знаете, как в присказке. Внучка спала на печи, а бабка пекла, мыла, шила, прила и ткала на внучку. А после бабка была стара и легла на печку, и все спала. А внучка... Не буду повторять глаголы. Вы спросите про дедушку. Но дедушки нет в живых. Он умер год назад. Дедушка был стар. Я повторяю, был стар. Он опустился и пил последнее время безо всякой меры, как человек, совершенно потерявший здравый смысл и понятие о своем положении. Бессмысленно обращаться к бабушке. Она безумна. Понимаете ли, когда мы жили в эвакуации на юге, баба Соня пошла за общим пайком. Она получала колбасу за нас всех. За меня, брата, дедушку. Она очень хотела есть и съела всю эту колбасу и вернулась уже безумной. Ее как бы Бог покарал. С тех пор не говорит. Дело будете иметь со мной. Мари. Дедушка умер не своей смертью. Александр, он помогал мне. Дедушку я отравила. Как это произошло? Очень просто. По Шекспиру. Я вычитала из одной пьесы. Как это делается? Мы свернули кули с бумаги, и когда дедушка уснул, мы вставили куль в ухо спящему и всыпали туда много соли. Дедушка умер. Я видела сон. Мне было сообщено во сне, что если дедушка умрет, родители вернутся. Знаете, наверное, и прибаутку, что если взвесить на чаше весов яблоки Сезанна, а на другой чаше Руанский собор, неизвестно, что перетянет. Так вот, родители не вернулись, сон был бесовский, я стала хозяйкой. Брат не ходит в школу. Я этого не хочу. Я вам говорила уже об этом. Да, из убеждения. Брат ходить в школу не будет. Я тоже. Мы вышли из общества. Я думаю, навсегда. Курите? Курить, курите. Сигареты на столе для натюрморта. От дедушки осталось. Цвета пушистая, снежинка белая, какая чистая, какая снежная. Дорога темная, она проносится, не высылась. Они заплетают, а я расплетаю, идиоты. Всегда безвестная, она покинула в лучах, пристающих. А что говорила моя мать?
Спасибо. Вы дружили с ней, а? Незадолго до ее смерти. Когда у Марии Александровны в огороде поспела белая малина, осенью, мы должны были идти в школу. Мы не пошли. Александр должен в первый класс, я в третий. Марья Александровна настаивала, я была против. Она простояла у нас под окном весь день. Я ведь не открывала дверь. Уговаривала, я не открывала. Как всякий порядочный человек, она не донесла на нас. И вы отдалились, не так? Нет, мы отдалились раньше. Марья Александровна сказала мне как-то, что жизнь совершается по чьей-то воле, что кто-то этой жизнью всего мира и нашими жизнями делает какое-то свое дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее, делать то, что от нас хотят. Я с этим не согласилась. Тогда-то именно я решила прекратить все. Постой, постой. А может быть, Марья Александровна была права? Человека сажает лодку в море, отталкивает от берега, указывает направление, и он плывет, плывет. Устроен. Может быть, Мария Александровна была права? Мир так устроен, Мария. Каждый человек должен кому-то верить. Каждый должен сначала пройти школу. Ты понимаешь, девочка? Каждый обязан начать с алфавита. Обязан? Ну, если хочешь, то да, обязан. Я поняла. Если голодного, полуслепого, взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения и заставили двигать вверх и вниз какой-нибудь палкой, то прежде всего, чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему, прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, то он поймет, что палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам. Тогда его выведут из скрытого колодца, поставят на другое место, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего. И переходя из низшего дела выше. А потом, потом они устают. Я не то хотела сказать. Вижу. Вижу. А мы вот мудрецы хотим есть хозяйское. А делать не делаем того, что от нас хочет хозяин. И вместо подчинения сели в кружок и рассуждаем. Зачем двигать палкой? Это глупо. Вот и додумались до того, что хозяин глуп, или его не должно быть над нами. Потому как мы умны и лучше других, и без воли никуда не годимся. От себя избавиться. Да, мама! Замолчи, девочка! Молчи! Ah!
ударил подпол. Потом огадил его этот подпол. И потом он выйдет наружу, то у него будет только один, что жизнь это... Что жизнь есть величайшее зло. Да. Но этот ответ будет только для него. Для него, для сумасшедшего. Ты этим хотела сказать. Ты говоришь, не ты? Что дальше? Что ты этим хотела сказать? Я не знаю, Варя. Ты больна? Тебе нужно отдохнуть? Ты должна замолчать? Говори, говори дальше. Может, положить в больницу и замолчать? Что делают с сумасшедшими, а? Я не знаю, ты сама говоришь. Ты больна? Ты больна? Я отлично тебя поняла. Ты такая же, как все. И твоя мать не была святой. Замолчи, чёрт! Бессердечная девчонка, молчи! Я приказываю. Да. Она не была святой. Не буду молчать. Ты не смеешь, безумная. Ты должна подчиниться мне. Я подчиняюсь высшим инструкциям. Хотела бы я знать, что это за высшие инструкции у безумной. Да вы накапливай эту минуту. Ты была бы леди... Ты не позволила бы говорить мне это. Я, конечно же, расскажу о смерти твоей матери. Она не была святой. Слушай же. Однажды она долго не приходила. Долго не приходила? Сейчас я провожу вас. Я успокоюсь, Сейчас соберусь и провожу вас. Одна хоронила ее, больше никто не знает могилы.
Хотела вас крепко обнять, да передумала. И дорогу на кладбище не покажу. Потому что я маленькая. Я все придумала. Я все придумала. Вам понравилось? Смотри, ты что? Открой! Придумала. Заходите на кладбище с переулка в калитку, вы увидите ее замшелую, увитую плющом или еще чем-то. Когда откроете, не пугайтесь, на кладбище живет большая черная собака, откликается на имя Каплан, она отведет, ступайте за нею. На северо-восток, слева будет усыпальница великих князей, сверните в узенькую улочку между влюбленным гимназистом и дорической колонной. Улочка сузится в тропинку, тропинку достаточно вертлявую и тесную, далее, далее. Справа будет нечто готическое, серое, высокое, и если стать к нему спиной с готикой, то на краю огорода увидите могилу. Thank you.
Thank you.
Thank you.
вынула верхний ключ, открыть дверь. Она всегда закрывала на верхний ключ, но в этот раз она закрыла на нижний. И вспомнила, что она закрыла на нижний. И тогда ей в голову пришла тончайшая мысль. Может быть, она застала врасплох того, кто... Тот, кто, думая, что она не спохватится, думая, что она откроет верхним ключом дверь, сделал так, чтобы эта дверь была закрыта на верхний ключ. Но тогда она, открыв верхним ключом дверь, могла вдруг вспомнить, что она закрыла на нижний. И тогда тот, кто мог бы обнаружиться, и было бы ясно, что он есть и что он действует. Это была бы явная ошибка, а он бы явно не допустил. Лена узнала Наташу, стала будить, трясти. Вспомни, говорит Лена, вспомни. 20 лет назад мы потерялись. Я думала, говорит Лена, что ты умерла, а ты жива. 20 лет назад мы были вместе, мы жили на своей родине. Я, говорит Лена, была известная артистка, а ты только начинала свой путь. Но наступили тяжелые времена. Кинофабрика, на которой мы снимались, закрылась. Все бежали на юг страны. Мы задерживались, говорит Лена, так как мы обладали сокровищами. Мы, говорит, коллекционировали ковры. В стране началась смута, и мы пытались спасти ковры. Часть продать, часть бросить. На стены для жилья и для дворца, для мечети, хуржины, сумки и мухраши, сундуки, циновки-подносы и циновки-дуршлаки, бергамские с гирляндами и цветками, и те персиды, которым нет цены, пытались спасти. Говорит Лена, от кого? Но продать все ковры и купить один главный, важнейший ковер, о котором знает штукальщик-починщик, он же колдун. Мы знали его хорошо, так как не расходили к нему. Жребий пал на Катю, нашу младшую сестру. Когда вернулась Катя, рассказала то, о чем мы все догадывались давно. Ковер этот соткан суфьем из города Гердеса. Отсюда название «Гордиев узел» обладал в глазах знатоков силой заклинания. Орнамент, многочисленные узлы многократно усиливали заклинания. С ковром связано поверье. Кто обладает ковром, тот непобедим. Силы зла тают перед ним. Страна живет в благодеяниях 100 лет. Ковер этот можно купить у эмира из Бухары, который сейчас проездом в нашем городе. Ему нужны деньги, в его стране хаос. Ему нужно купить оружие. И мы с тобой, говорит Лена, согласились сняться в фильме «Последней ленте» на нашей родине, чтобы заработать денег и купить этот ковер. Мы снимали тогда нашу самую хлебную картину. Денег мы насобирали, продав часть своих ковров. Много нам дали другие, кто был посвящен в тайну ковра. Мы были готовы его купить. И на торги отправились все люди из нашего окружения. Были эти, те... Забыл уже их фамилии, но, кажется, были князья.
договорились о цене сына Эмира Бухарского, а это было именно он рассказал и подтвердил, что с ковром связано поверье. И что кто в это поверье верил, все сбывалось. У нас было внутреннее ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все в сущности есть абстрактный узор ковра, попираемого стопой с неба, и что в этот орнамент вплетена идея этого поверья, и что если это поверье кто-то выдумал, он вплел в узор все, что думал. Мы купили ковер. На женской половине у Эмира старшая жена рассказала о поверье подробнее. Она сказала, что двор их страны жил в богоденствии 300 лет, и все благодаря поверью. Но что в поверье сказано, убивать невинного раз в 100 лет на ковре, и тогда поверье имеет силу. Но на ковре не проливали кровь уже скоро 100 лет. Срок вышел. Заклинание утратило силу. Мы купили обесцененный ковер. Наверное, уезжать. Страну лихорадило, шла братоубийственная война, лилась кровь. Идея, что все переплетается, что все лишь узор ковра, стопой с неба попираемого, не давала покоя всем нам. И там в поле стал уговаривать нас сильнее поверить в смысл этого поверья. Он больше всех уверовал в идею ковра. Он умолял, плакал, требовал от нас и вот чего. Если, говорит он, мы поедем к знакомому генералу Гришину Алмазову, а он был поклонником нашим, он любил кинематограф, обожал нас, ведь наши фотографии продавались в магазинах, я была в «Зените славы», и ты тоже начинала, и тоже тебя узнавали на улицах. Так вот, господин Прокудин-Горский умолял нас пойти к Гришину Алмазову, просить пропуск на фронт. Идея была проста и страшна. Взять ковер, отвезти его на поле битвы, ведь лилась кровь невинных обманутых людей, подстелить его под дерущихся, пусть кто-то пойдет на него. Капля крови воскресит поверье. Мы спасем всех. Мы кричали, сопротивлялись, убеждали, что поверье кто-то выдумал, что он мог наплести это, мог не это. Но он уверял нас, что тот, кто его это поверье выдумал, выдумал все, что с нами будет. Не сразу. Спор продолжался в шахматах. На кон ставили нас ковром. Деваться было некуда, когда Катя получила орден от императрицы. Фрейлина госпожа Васильчикова сама со свитой была у Кати и вручила ей крест с алмазами за будущее, которое, может быть, мы держали в своих руках. Получили пропуск на фронт и ранним утром в сентябре 18 года оказались в окопе с ковром в руках. Кровь пролил господин Прокудин-Горский, свою собственность, когда режиссировал, уже не из окопа. Он выскочил на поле, понесся под конницу, его зарубили саблей, он упал на ковер. Когда дым рассеялся, ушла пыль, подбежали до него, он был мертв. На нашем драгоценном ковре была кровь. Все. Thank you.
видела, что дальше не было ничего, что их обманули, что поверили. Кто-то выдумал, что он мог наплести, это мог не это, но что он выдумал это, и то, что он выдумал, их привлекло. Она сказала: Наташа, мы сами повели себя так, как тот захотел, кто это поверье выдумал. Значит, тот, кто его выдумал, выдумал все, что с нами будет. Мы завернули господина Прокудина-Корского в ковер, отпели его и похоронили. На похороны почти никто не пришел. Женщина очень царственная и странная появилась неожиданно на мгновение. Кто она? Не знаю. Затем мы потерялись на 20 лет и скитались по дорогам разных стран. Я думала, сказала Лена, что ты погибла. А Наташа думала наоборот, что погибла Лена. Но мы нашли. Как узор. Не разбирать, что на ней. Только расцветка, зубцы да полоски. Эта полоска туда, а эта полоска туда. Но эта полоска идет туда, а эта туда. Не для узора, а для того, чтобы показать что-то. Чью-то морду. А на самом деле... На самом деле никакого узора. А на ковре полоски подобраны к полоскам. Даже если мы видим, хоть как будто баран или лебедь, то это так. Потому что у самого лебедя в жизни крыло подобно к крылу, рог к рогу, всего по паре. Потому что он сам природу узор. Так значит, вся наша жизнь, поступки и случаи тоже узор. На оси. От нее в разные стороны одно и то же. Или, может быть, похоже. А жизнь, встречи, потери, новая любовь отходит никакого узора. Нет, просто очень хитрый узор. Не видно центра оси. А где она? Со звезд видно. Где она? Только со звезд. Потому по звездам и гадали. Потому по звездам и гадали. И сейчас, говорят, в Париже гадают.
Горожаночка в шляпе. Спать идите на вокзал. Развалилась. Тоже. Я заметил, что вы наступаете на замерзшие перламутровые лепти. Я смотрю только на верхушки деревьев. Вы писатель? Читатель. Нет, читатель. Учитесь, наверное? А, понятно. Работа. Нет, нет. А что вы раньше делали? Где время? А где вы берете деньги? Вы, наверное, очень богаты. Вы, наверное... Я сработал. Вы, наверное, очень богаты. Будет эпизод. Не больше. Воруете? Сегодня раз. А у меня все деньги вышли. Я переворачивал ноты знакомому пианисту, который аккомпанировал знаменитой певице. Но если вам интересно... Как ловко. Вы замечательно делаете лягушку. Так вот, вы даже не понимаете, как важно было это для меня. Аккомпаниатор этот был очень знаменит. В общем, случилась такая возможность мне переворачивать ноты для самой божественной. Ну да, для божественной, ведь аккомпанировать должен был он для нее самой, понимаете? А ему самому было за 80, он плохо видел и слышал дирекции, боялась за него. Но он и уговорил дирекцию взять меня даже как заместитель. Но самое ужасное случилось позже, когда аккомпаниатор, который был попросту слишком стар для большого концертного турне, стал, понимаете, заговариваться и фантазировать о своей смерти. Если он говорит, у меня случится инфаркт, когда божественный будет петь высокую ноту, вы, говорит он, должны столкнуть меня с моего стула и продолжать дальше, как будто ничего не случилось, так как она божественная, даже не подумает остановиться. А в то время, когда маэстро мечтал о великолепной смерти в середине аккомпанемента для нашей божественной, она же божественной боялась, что если ему сказать, что его не хотят, чтобы он в своем состоянии начал гастроль, то он в самом деле умрет. Но они его не пожалели, и я, как его переворачиватель, исчез. Все. Как вы складно говорите, как прописано. А сколько же ей лет?
вам зачем? Опять наступаете на замерзшие плитки. Я смотрю только на верхушки деревьев. Извините. Если вам не на чем спать, то пожалуйте ко мне. Но предупреждаю, удобство только у моих котят. У них диван, постель, комод и так далее. Шопен не сентиментален. Он человек сильных чувств, но он не сентиментален. Чувство и чувствительность – разные вещи. Между ними целая пропасть. В произведении говорится о скрытой боли. Ты все-таки курсы не кончил. Поздно мне теперь третью жизнь начинать. Что так? Так я же сказал, что поздно. По двум причинам уже поздно. С одной стороны, общество не позволяет опоздавшим. Выбрасывает прочь, не догнать. А с другой... Поздно. Стар. А где ты деньги берешь? Тоже спрашивали. Стар. Ты пойми меня правильно, я тебя нисколько не осуждаю, потому что я приняла тебя еще тогда, когда напрашивалась тебе в гости, а здесь оказалась всего одна кровать. Но ты не должен меня опасаться, потому что я тебя нисколько не осуждаю, а поняла тебя еще, когда напрашивалась тебе на ночлег. Ты — это она божественная, которая поет. Ты — это она, я в этом уверена, хотя поет божественная, ты думаешь, что это ты. Ты хочешь выжить, я знаю. И даже если ты молчишь и думаешь, или просто говоришь, я музыкант, о, как я бегаю. То в ту же секунду ты все сжигаешь вокруг себя, и весь мир становится тебе совершенно не нужен. Я тебя не осуждаю. Не говорю, ты сошел с ума. А помнись, я говорю, что я тебя понимаю, верю. Понимаешь? Я ж тебя знаю давно. Но как же ты бедно живешь. Лучше ли богатым быть, что ли? Сумбур от вас. Вы меня дразните. Думаю, что это не так. Хотя, впрочем, есть немного желание подразнить. Ты знаешь, я давно заметила, что в определенном возрасте есть дети, которые хотят что-нибудь поджечь, поджигают от этой болезни. Огнемания называется. Да-да, может быть. Это все ерунда. Я не об этом говорю. Главное, что я придумала одну вещь. Мне нужен ты. А тебе я? Ты не откажешь мне в этом? Мы оба будем богаты. Может быть, очень скоро. Завтра же мы пойдем в театр и возьмем свой красивый букет. Мы истратим все. У тебя будет много цветов. А я надену платье. Красивую блестку. Я буду носить то, о чем даже не мечтала. Я говорю серьезно. Шопен не сентиментален. Он человек сильных чувств, но он не сентиментален. Исполнитель должен быть спокоен, ясен, даже суров. Чувство и чувствительность — разные вещи. Мудак. Играть — это просто. Достаточно жопу сжать и разжать. Сжать жопу и разжать. Вот так и все. Все рассуждения я ненавижу. И системы к чертовой матери. Я серьезно.
Если я решила тебе помочь, то я решила тебе помочь. Нет-нет, то есть да, вы мою мысль подсказываете. Есть минуты, когда люди любят преступления. Вы мою мысль. Все любят и всегда любят. Все говорят, что это ужасно. Но про себя все любят. Мне верить можно. О себе рассказывать долго не буду. Сидела в лагере, вернулась, ничего, никого нет, идти некуда. Но там, со мной, дружила одна женщина. У нее для мести был страшный яд. И вот когда в лесу во время перекура она мне вдруг и говорит: у меня нет ни гроша, ни крыши над головой, нет ничего. Но бывают вещи на свете похуже. Я не хочу выйти из тюрьмы, говорит она, сердце отягощено моей беды на весь мир. И месть, что была в моем сердце, отошла. Смирение пришло ко мне изнутри. Если бы мне раньше сказали о нем, я бы отреклась от него. Но оно пришло изнутри, и я хочу его сохранить. Вот флакон, он мне оказался не нужен. Она умерла, а флакон остался. А флакон в чемодане. Она умерла, а флакон остался. Теперь это мой флакон. Смирение – самая странная вещь на свете. От него нельзя избавиться, из чужих рук его не получишь. Чтобы его приобрести, нужно потерять все до последнего. Только когда ты лишен всего на свете, ты чувствуешь его своим достоянием. Разве я могу мстить кому-то? Но я решила тебе помочь. Эта мысль меня обожгла. Я тебе поверила. Ты тот, кого Бог посылает как испытание. Ты такой же поджигатель, о котором я сама мечтала. Вот флакон. Это яд. И вот я начал переворачивать страницы на концертах. И ужас или счастье обнаружил, что подсказывает слова для божественной и моменты ее вступления. Еще важнее. Ей, понимаете ли, начала отказывать память. В каком-то городе, знаете, циничный критик в местной газетенке написал: переворачиватель страниц тоже пел. Смотри. Нужно яблоко и шприц. Thank you.
Привет. Знаете, я ожидал все, что угодно, но вы превзошли все мои ожидания. Это экстравагантно. Ваша жена уехала. Это я вам звонила по телефону. Вы? Да, я. Странно, я не узнаю вашего голоса. Тембр вашего голоса гораздо... Гораздо... Моложе? Я никогда бы не узнал вас. Я обольщен. Я следила за домом, она уехала. Значит, ты меня стерегла? Я этого не люблю. Ну... Что же мы? А сейчас? Богато живете. Да, богатый. А если буду бедным, то непременно кого-нибудь убью. Осудит Бог. Сердитесь? Ужасно сердитесь. А что там делают на том свете за самый большой грех? У вас такой взгляд, будто вам доподлинно известно. Пожалуйста, ешьте, прошу вас. Вот это.
Яблоки из крема. Кто-кто? Вы кто? Кто звонит? Ничего не понимаю. Что за черт? Не может быть. Кто? Карамазова Анна? Она здесь? Кто ты? Я только что слышал голос знакомый. Кто ты? Боже мой, что со мной? Кто ты? Я этого не люблю. Боже мой. Нет. Ты не Анна Карамазова. Анна Карамазова? А кто ты такая? Что со мной? Я с ней не знаком. Первый раз слышу. Голова закружилась. Кто за тобой стоит? Есть такой талант угадывать по почерку характер человека. Я знала одного такого по фамилии Рощин-Назаров. Он был настоящий графолог и промышлял своим искусством в кинотеатре «Марс». Вечером прогуливавшиеся в фойе люди подходили к его столику и заказывали определить их характер по почерку. Рощин-Назаров, интеллигентный, кажется, в черных очках, таинственно взглянул на меня, когда я писала для него. Он признал в моем почерке возможного убийцу. Но также он увидел, что у меня нет злой материи.
Не двигаться. Воровка. Не с места. Как я догадлива. Вовремя меня осенило вернуться. Меня восхищает твой поступок, воровка. Первый раз вижу интеллигентную воровку. Ты уронила облигации. Так. Рука в пальто спрячь. Придави коленом. Ну что ждешь? Теперь пристегни ремнем. Вот и закрыто. О, и брошь моя! Воровка! Я все поняла. Все. Ты, тварь, решила, что тебе все можно. Что ты действуешь по высшей инструкции. И что тебе, твари, все можно. Ты мне скажешь, кто ты? Ты скажешь? Тварь. Тварь. Кто за тобой стоит?
Неправда. Мы можем. Может быть, должны крикнуть: отойдите, не дышите парами серы, отойдите. Аминь, аминь.